Приветствую, друзья. Меня зовут Евгений. Я руководитель строительной компании «Северный Зодчий». Сегодня я нахожусь в Московской области, деревня Загорье, где буквально на днях мы закончили строительство вот этого замечательного каркасного дома по нашему типовому проекту «Азарий» в комплектации для постоянного проживания. Я знаю, что этот проект вызывает у вас большой интерес, поэтому сейчас я проведу небольшую экскурсию по этому дому. Ну что, поехали? Дом достаточно просторный, подойдет для проживания большой семьи. Общая площадь дома 177 квадратных метров, жилая 136, и террасы занимают 41 квадрат. Большая терраса 34 квадратных метра и крыльцо 7 квадратов. Дом выполнен на фундаменте из ЖБ-свай. Снаружи обшит крашеная имитация бруса 20 на 175. Свесы крыши, потолок террасы, углы и наличники выполнены из крашеной доски 20 на 95. Кровля дома металлочерепица, 0,45 мм толщина, цвет зеленый мох. Также водосточная система от Дёкки, окна Рихао, 70-й профиль. Отличное решение для постоянного проживания. Друзья, а теперь самое интересное. Пойдемте вовнутрь. Заходим, попадаем в тамбур. Он порядка 4 квадратных метров. Кстати, завели уже электричество. Слева техническое помещение, также 4 квадратных метра. На первом этаже дома расположена гостевая комната, лестница на второй этаж, санузел, кухня и вот такая гостиная со вторым светом. Общая площадь кухни-гостиной порядка 50 метров, что является несомненным плюсом для большой семьи или для встречи с друзьями. Просторная гостевая комната в 14 квадратных метров идеально подойдет для комфортного размещения ваших друзей и родственников. На стенах у нас имитация бруса, потолок евровагонка, пол причистовое покрытие, влагостойкие плиты квикдек и по ним уже уложен ламинат. Немного о кухне. Кухня площадью 22 квадратных метра. Здесь у нас сделан вывод под кухонную вытяжку. Вот горячей и холодной воды и сантехнические сливы. Большое окно с прекрасным видом на озеро, который будет несомненно радовать хозяйку. И выход на террасу. Просторная терраса в 34 квадратных метра, где хозяева дома в кругу семьи смогут наслаждаться прекрасным видом за чашечкой чая. На втором этаже находится просторный холл в 10 квадратных метров с замечательным видом на гостиную. Второй санузел и целых 4 спальни. Две из них по 12 квадратных метров и две по 10. Отделка стен второго этажа, имитация бруса, потолок евровагонка. Причистовая отделка пола, влагостойкие плиты квикдек по обрешетке, ну и чистовая это ламинат. А на потолке второго этажа расположена лестница для входа на чердак, для контроля подкровельного пространства. А для заказа пишите нам на почту szodchysobakabk.ru. Пишите свои комментарии внизу под видео, ставьте лайки, а мы встретимся с вами во время строительства вашего будущего дома.